Меня зовут Мустанг, я из Украины, приехал во Францию. Мой мир прекрасный и чуть-чуть сумасшедший. Как экстремальный хулиган, творческий, наверное. Раньше я считал это спортом, но если вспомнить все, что я делал, то это ни в какие ворота не влазит, поэтому какой это спорт. Это экстрим. И я думаю, вот это самый лучший ответ на вопрос, зачем ты это делаешь. Короче, у самурая нет цели. Есть только путь.